Почти на 30% снизилось количество наркопреступлений, совершенных несовершеннолетними в регионе. Об этом стало известно на заседании антинаркотической комиссии, которое провел Игорь Кобзев. Хороших результатов удается добиться совместными усилиями. Это и деятельность полиции, и социально-психологическая работа в учреждениях образования региона. Благодаря их работе удается на ранней стадии выявлять факты употребления наркотиков. Конечно, и участие родителей в процессе дает положительную динамику. Например, в 2018 году 38% из них были против социально-психологического тестирования. Сейчас эта цифра сократилась до 12%. Мне кажется, вот этот важный фактор, когда мы, выявляя анонимно, потом доводим эту информацию до соответствующих структур с точки зрения, может быть, уже и лечения. Здесь, конечно, поддержка родителей, когда семья попадает в трудную жизненную ситуацию. Конечно, специалисты должны дать оценку, но и показать пути решения выхода из этой нестандартной ситуации.